Galaxy S4, с такой проблемой. Даже вылетает Wi-Fi, Bluetooth. Сейчас будем решать, что с ним делать. Итак, разбираем, достаем системную плату. Какая-то особая комплектация на этом четвертом Galaxy. Обратите внимание, нет компаунда. Ни на флешке, ни на процессоре, ни на Wi-Fi модеме, который я хотел поменять. Нет формации, менялся дисплейный модуль, недобросовестно заклеенный, осталась термопаста. Так, здесь у нас, по-моему, тоже что-то отсутствует. Да, отсутствует. Отсутствует защитный экран. Каким-то скотчем залепили. Итак, давайте заменим микросхемку Wi-Fi. Вот так она выглядит. Я заказывал еще год назад. Ну, нет компаунда. Это хорошо. Тогда в этом случае не будем ставить системную плату на нагреватель плат. Thank you.
Красиво снимается, когда нет компаунда. Быстро. Последний раз, когда я менял, очищал полностью от компаунда. Вот, что заняло определенное время. Итак. Она вроде бы накатана уже. Как-то слабовато. Я думаю, не накатать ли ее еще раз. Толщина контактов, мне кажется, маленькой. Да, то есть как-то слабовато, на мой взгляд. Давайте попробуем поставить. Если сомнительно сядет, то тогда накатаем. У меня есть трафарет. Тоже заказывал. На Galaxy S4. Тут все микросхемки. Вот. Wifi микросхемка. Итак, ставим. Вроде бы встала. Судя по зазору, как видите, да, зазор между системной платой и микросхемой, ну, в общем-то, допустимый. Давайте проверим, что получилось. Кстати, я встречал такие системные платы уже на S4, ну, не только на S4, попадаются иногда, редко, но попадаются комплектации без компаунда.
Вот, не знаю, с чем это связано. Нам это облегчает работу по замене микросхемок. Galaxy S3 тоже, помню, флешки попадались без компаунда. Итак, давайте посмотрим, заработал ли Wi-Fi. Bluetooth появился, судя по всему, замена прошла успешно. Давайте убедимся в этом. Ну, как видите, да, все заработало. Давайте введем код. Значок появился. Девочкам пошли сообщения с Инстаграма. Wi-Fi работает. Bluetooth тоже, как видите. Давайте проверим поиск устройств. Все нормально. Итак, друзья, всем спасибо за внимание. Я рассчитывал, что это видео будет несколько раз подлиннее, потому что собирался катать, вот, накатывать, и думал, что будет компаунд. Вот, приготовил уже нагреватель плат, чтобы разогреть системную плату и снять компаунд. Ну, как видите, все получилось намного быстрее, ввиду того, что комплектация без компаунда. Вот, такое бывает. Я уже говорил, попадались такие телефоны. Ну, можно сказать, повезло. Сэкономили время. Всем спасибо. Я Дов. Подписывайтесь, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. И всем удачи в работе. До новых встреч.